Друзья, я всех приветствую, это Дмитрий Кузнецов, компания «Ля». И на сцену выходит наш неугомонный, непреклонный борец за правду, борец с банковским беспределом Герпес Адольфович. Они посмели его отвлечь от трапезы и получили за это. Итак, внимание, готовимся веселиться, слушаем. Алло. Добрый день, я могу поговорить с Татьяной Аркадьевной? Танечка, она вышла сейчас. Я ее коллега, меня зовут Герпес Адольфович. Простите, я полуникал. Ну, простите, пожалуйста, телефон, по которому я звоню, это 920-666? Да, нет, совершенно верно, все хорошо, она оставила, она на вещтаке оставила, сама спустилась в стерильную лабораторию. Скажите, пожалуйста, я по данному номеру не смогу с ней связаться, с Татьяной Аркадьевной? Ну, по какому вопросу давайте с этого начнем? Просто она мне сказала... Нет, вот тут простите, я являюсь сотрудником Бинбанка, у меня есть... из банка, да. А как ваше имя и отчество? Будьте любезны, пожалуйста. Меня зовут Валерия. Валерия, очень приятно, красивое имя, певучее. Дело в том, что она ушла в секретную лабораторию, ну, у нее там эксперименты, там у вас ветер какой-то, вы с улицы... Поняла вас. С улицы звоните, да? Ну, или нет, я звоню вообще из Москвы. Нет, понятно, но Москва, я имел в виду, шумит что-то, шумит, как будто вы на улице стоите, или может... Ну, бывает, ага. Помехи, нет, я не... Ну, хорошо, я не буду обращать внимания, просто должен... Подскажите, пожалуйста, может быть, вы можете подсказать, через какое время я могла бы перейти? Я вам сейчас расскажу, а вы уже сами принимайте решение. Ой, какой уже шумит у вас там, как будто вы на самолете летите, прям на крыле стоите. Простите за аналогию, я натура творческая. А она спустилась в стерильную лабораторию, буквально, ну вот вы опоздали, может, минут на 40. Она очень ждала звонка от какого-то, да, банка. Как вы сказали, какой банк? Бинбанк. Ну, Бинбанк она, по-моему, не говорила, но она говорила, что она говорит, Герпес Адольфович, это меня зовут Герпес Адольфович, будут звонить, пожалуйста, возьми трубочку и переговори, пожалуйста, с людьми, узнай, что, как, пускай тебе все расскажут. Дело в том, что она, ну, у нас вот эта вот лаборатория, да, мы в ней... Работаем. Это такая... Туда готовиться, чтобы туда только попасть, понимаете, нужно трое суток проходить вот эти дезинфекции, потом желтый такой комбинезон надевают там, ну и там тоже, то есть мы там надолго. И она у нас такая преданная науке барышня, что она, ой-ой-ой, она в этой лаборатории может проводить сутки. Хотя, алло, слышно меня? Конечно, я вас... Да. Хорошо, а то просто пропадает, то шум, то вы тишина. Как... Вы хотя бы дышите в трубку, что ли? Я не знаю, мне понятнее будет. Так вот, и она туда пропадает, эту лабораторию. Там можно максимум 4 часа находиться. Она там по полтора суток находится. Это ужас, она оттуда выходит. Это монстр уж, извините, в женском обличии какой-то. Волосы уже там у нее, знаете, выпадают и все такое. Ну, там высокий радиационный фон плюс... испарения всевозможные. Вот. Итак, что нужно? Она просто попросила, если есть такая возможность, давайте мы с вами все обсудим. Я примерно понимаю, она в двух словах рассказывала, что да как. Говорит, Герпес, я тебе доверяю, ты мой близкий, ну, там, да-ля-ля, ну, и у нас там с ней шури-муи. Вот, и она мне говорит, ты, пожалуйста, выслушай, что нужно, передай мне прям под запись, что называется, да? Под карандаш. Вот, я готов, да, готов, Валерия, вас выслушать с удовольствием, и будьте уверены, она поднимется, когда там акклиматизация, ну, знаете, у нас как водолазов, их поднимают, их там не в барокамеру надо, ну, там реабилитационные такие действия проходят, ну, человек просто не совсем в адеквате. Дня через 4 она спокойно сможет ситуацию воспринимать, информацию там переваривать. Слабая психика Валерии не выдержала такого интеллектуального напора. Она просто, видимо, не понимала, как парировать все эти вот вроде обычные высказывания человека из научного, собственно говоря, мира. И связь прервалась. Друзья, вот такая история произошла с очередным
коллекторам с очередным звонилкой. Подписавшись на наш канал, вы можете более 1000 подобных переговоров, разговоров услышать. Я отвечу сразу тем, кто недавно появляется на нашем канале и выкладывает подозрение, что это все фейки. Ни одного фейкового ролика на нашем канале вы не найдете. Все реальные коллекторы. Конечно, персонажи на стороне на нашей, это само собой определенные артистические проявления. Но коллекторы, голоса сотрудников банков, микрофинансовых организаций, все настоящее. Ни одного подставного персонажа в этом, на этом канале вы не услышите. Итак, это я обратился к тем, кто сомневается, тем, кто уже принял решение, но не может никак определиться, куда он попал, на какой канал. Я объясню. Канал является официальным ресурсом компании «Алиам», одного из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Чем занимается компания «Алиам»? Именно помощью людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию с банками, с микрофинансовыми организациями, со всевозможными онлайн-займами, то есть с кредитными учреждениями. Если у вас взыскивают, то будьте уверены, эти мероприятия проходят вопреки действующему законодательству. Это раз. Во-вторых, если вы должны и не можете отдавать, вы не обязаны отдавать последнее в банк. А уж тем более, если у вас и этого последнего нет, считать, что вы плохой человек. Почему? Все просто. Подпишитесь на наш канал, послушайте хотя бы с десяток, а можно и больше роликов, и вы все поймете. На самом деле все очень просто. Для того, чтобы еще больше разобраться во всем и понять, как мы могли бы вам помочь, если вы захотите стать нашим клиентом, наши клиенты раз и навсегда разбираются со всеми своими кредиторами, взыскателями, потому что мы создаем условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. Да, не удивляйтесь, можно создать совершенно законно условия, когда банк сам откажется от претензий, спишет ваши долги. Запомните, не мы списываем долги, ни один человек, который не выдавал кредит долг, не может его списать. Списать его может только сам кредитор. Так вот, создать условия, когда кредитору выгодно отказаться от претензий, это в наших силах. Это доказано уже не на одной сотне наших клиентов благодарных. Ну, что много говорить. Я предлагаю вам самим во всем разобраться. Для этого переадресую вас на наш сайт. Ссылка на сайт в описании ролика. Также выходит кликабельная подсказочка, которая, нажав на которую, вы попадете на наш сайт. Посмотрите, вот она. На сайте выложено видео. Найдите это видео, его несложно найти. Как устроена работа кредитных юристов компании «Алиам». Посмотрите, пожалуйста, это видео, и вам все станет понятно. Именно там рассказывается, сколько стоит, какое время займет, почему это намного выгоднее, чем платить бесконечные платежи в банк. И вообще, как, по каким, как говорится, шагам мы пройдемся вместе с вами, по каким, простите, ступенькам мы пройдемся вместе с вами, чтобы прийти к тому самому заветному результату создания условий, когда к вашему кредитору будет выгодно отказаться от претензий. Еще раз посмотрите, пожалуйста, в окошке трансляции. Кликабельная подсказочка специально для вас. Вот она. Также я думаю, что будет не безинтересно вам послушать отдельно ролики, в которых я обращаюсь к своим подписчикам, гостям канала, клиентам компании «Алиам». В этих роликах мы рассказываем, отвечаем, точнее, на вопросы, которые очень часто задают нам наши клиенты, наши уважаемые гости и подписчики. Целые полноценные ролики. Из этих роликов уже создан хороший такой наполненный плейлист, и он пополняется регулярно. Пожалуйста, посмотрите, если вам это будет интересно, а я думаю, что многим это будет интересно. Итак, ссылочка на плейлист опять в окошке трансляции выходит. Вот она.
Ну, вообще в завершении предлагаю поставить лайк, кому понравился этот ролик. Поделитесь, пожалуйста, в соцсетях этим роликом, другими роликами, чтобы как можно больше количество людей понимало, знало, что на самом деле происходит. Ничего страшного в том, что происходит с простыми людьми, нет. Хотя банкиры очень отчетливо рисуют ужас. Не надо бояться. Ставим лайк, подписываемся на канал, кто еще не подписался. Кстати говоря, у нас есть группа ВКонтакте, ссылочка на группу в описании этого, либо любого другого ролика присутствует. Можете вступать в группу, там все ролики с YouTube канала дублируются. Ну, помимо этого, много еще дополнительной интересной информации. С вами был Кузнецов Дмитрий, дорогие друзья. Всего вам хорошего, счастья, благополучия вам и вашим близким. До свидания.